Так, в глубокий сотейник я налила немножко оливкового масла и поджариваю панчетту. Надо ее чуть-чуть так подрумянить. Итак, теперь я добавила цветы тыквенные, которые разрезаны пополам вдоль. И сейчас их нужно обжарить буквально пару минут туда-сюда. Итак, цветы обжарены, теперь я вливаю примерно пол чашки молока. И сейчас я добавила немножечко порошочек карри, можно куркуму просто. И все это должно тушиться минутки 3-4, не больше. И соус к пасте готов будет. Осталось отварить только пасту и смешать эту вкусняшку. Вот такой красивый соус получается. Я добавила еще 2 листика базилика вот тут и тут, для более сильного и приятного аромата. Паста уже варится. Она у нас будет вариться 8 минут. Надо варить строго по времени, которое указано на пакете. Вот, немножко соли добавляешь и все, и паста кипит. На каждые 100 грамм пасты нужно 1 литр воды и сильный огонь. И пасту варим альденте. Любая длинная паста подойдет. Спагетти, бавети, лингвини, в общем, любая. У нас эта паста называется тринетти. И вот отваренную пасту уже бросаешь сразу в соус сюда, перемешиваешь все активно и можно подавать. Вот так красиво смотрится эта паста. И ее всегда на столе еще обязательно вот в тарелке посыпают тертым сыром пармезан. Это обязательно. Вот такая красота получается. Правда же радует глаз? И это очень вкусно. До свидания всем и встретимся в новых видео. Пока!